Хочу порекомендовать канал Тендерлибай как смысл жизни. Тут выходят реакции, нарезки по играм, лучшие моменты со стримов. Приятного просмотра, ссылка в описании. Класс, пацаны. Пошли к сливке шоу позырим пока что. Вот что мы купили на Алиэкспресс, сейчас письки будут реально. Привет! На носу одна из крупных распродаж Киберпонедельник. И к этому событию мы поделимся с вами своими покупками. Не, бро, я сейчас не пою. На Алиэкспресс. Ля какие! Мы всегда мучаемся с выдавливанием остатков зубной пасты или кремов. И мы уже показывали вот такую лягушку, которую можно прицепить на тюбик. Но вот эта штука работает в гораздо большем масштабе. Нужно вставить кончик тюбика между двумя зубчатыми валиками, сильно сжать, после чего крутить вот это ушко. Мне кажется, и нет, устройство не просто выдавливает всю пасту вперед, оно меняет форму тюбика, и он становится плоским в том месте, куда не должна убегать паста. После этого с тюбиком не надо будет проводить никаких манипуляций, остатки пасты будут сидеть возле отверстия. Особенно круто получается с металлическими тюбиками. Ой, прикольно реально. В этом кураже я обработал почти все тюбики в доме. Тема распутывания и удобного хранения наушников всегда актуальна. И вот еще одно из решений. Вот, парни, если вас заебало, что наушники путаются, во. Проблем не будет, отвечаю. Я не знаю, я не поднималась с нуля. А, я поднималась с нуля на Твиче, бля. Как подняться? Ну, я не знаю, нам просто, я просто стримила, ничего не делала, я просто стримила. Я рассказывала людям, как я живу и что я делаю. Я просто показывала, кто я. Ёбаный рот! Хорошо, я добавлю после стрима, бро. Хорошо, спасибо огромное. 7К! Лучше бы ты вернула долг этому Фобус, бро, как его зовут? Спасибо тебе огромное, бро. Ссылка удалена. Этот гаджет представляет собой небольшую катушечку с крючком, за который нужно зацепить провод наушников, слегка потянуть и отпустить. Ля, какая штука! Это на самом деле мозгоёбка полная. Не хочу, вообще не пою, спасибо. Катушка сама намотает провод наушников. Привет. И они будут надежно храниться в этой черной ракушке. Ля, какие ракушки. А вот это очень полезная штука, которая поможет вам не потерять ценные вещи. Гаджет представляет собой небольшую и достаточно тонкую лепешку, которая подключается к вашему смартфону по Bluetooth и не позволит вам потерять предмет, к которому вы ее прицепите. Да как? Это что-то вроде брелька. Блять! Ой, господи. Я поняла, спасибо. Что так пугаешь, блин? Спасибо огромное, зайчик. Это не долг. Я ему донат спасибо. Закидывал и пришлось. Оно от батарейки таблетки, которой должно хватать на несколько месяцев. К примеру, я поместил гаджет к себе в кошелек. Я бы не хотел его потерять. Дальше мы скачали специальное приложение, при помощи которого брелок привязывается к смартфону. Теперь, когда расстояние между вашим смартфоном, который вы всегда носите при себе, и кошельком превысит метров 10-15, то смартфон с брелком начнут пищать, сообщая вам об этом. Но есть и другой режим, в котором брелок будет пищать только после нажатия кнопки звонка в приложении. Прикольная штука! Очевидно, Боже. Что брелок можно поместить на что угодно, даже на это своего круто. Питомца. Нахер на куки повесил, это же больно. Еще для себя мы купили вот такой вариант, в котором три брелка и база с тремя кнопками соответственно. Когда вы нажимаете на одну из кнопок базы, то будет пищать брелок соответствующего цвета. Прикольно, такой комплект понятно. Даже дешевле, чем предыдущий брелок, но к смартфону его не подключить. Ну это нахуй ни надо. Ни для кого не секрет, что все гаджеты мы покупаем через кэшбэк-сервис Letyshops. Поэтому после покупок мы всегда получаем кэшбэк и выводим эти деньги. Эти Letyshops мы... меня уже реально... Letyshops приглашает понедельник бутылками до топовых... Бля, уж ты меня заебал. Расширение... Ой, господь бог. ...будет купить вот такой причудливый замок. У него нет отверстия для ключа, но есть USB-порт для зарядки. И открывается он, как вы уже догадались, от прикосновения пальца его владельца. Охуенно. Работает круто. Отлично и от чужих пальцев не открывается. А вот эту вещь мы используем сами уже много времени. Да, это фонарь, но очень хороший. Уже целых 2 года он помогает нам в различных походах и при съемке видео. Работает он от вот такого большого аккумулятора, который заряжается в самом фонаре от USB-порта.
имеет несколько режимов работы и защищен от влаги. А запасную батарею для него мы обычно носим в вот таком простеньком пауэрбанке. И при надобности подзаряжаем от него смартфон. Мы часто видели в интернете вот такое Спасибо устройство. Большое. И наконец решили купить Ой, и проверить, да. что оно из себя представляет. Привет. Итак, Нихуя нам нужна помытая картошка, Прям которую надо надеть на деревянную палочку. Это, да, Теперь устанавливаем ее устройство. И что будет? Двигаем вперед и начинаем крутить ручку. Картошка вертится и специальным лезвием нарезается красивой и равномерной по толщине спиралью. Ой, прикольно. Классно. Дальше по рецепту нам надо поместить все это в горячее подсолнечное масло и хорошенько поджарить. Прикольно. Пока картошка жарится, оторвем кусок салфетки и поместим ее на тарелку, Охуенного чтобы она впитала в себя лишнее масло. Достаем нашу спиральку. Добавляем соли с перцем и получаем действительно очень вкусную и хрустящую картофельную пружинку. Знаете, такие продают во всяких, в Европе такие на улице продают. А еще мы попробовали другой рецепт, для которого не нужно много масла, но надо тонко нарезать ветчину, после чего продеть ее между витков картошки. Заворачиваем в фольгу и помещаем это в духовку на 30 минут при температуре в 200 градусов. Перед извлечением открываем фольгу, дав нашему блюду возможность образовать вкусную корочку. И все готово. Он Нам бумажкой достает, Джей, салфеткой. Потом мы пошли и сделали себе добавки. Ссылки на все гаджеты в описании. И не упустите распродажу Киберпонедельник, которая длится 3 дня, 28-го. Ничего, я не знаю ничего. Чё ты плачешь? Почему на меня ты смотришь?